can see that I will have to teach you how to be villains. Мегафон. Будущ. Вот это дело лучше. Ну давай, поехали! Here's a little lesson in trick-or-treat. This is going down in history. If you wanna be a villain number one, you have to chase a superhero on the run. Нет, не дают тебе приставку поиграть. Тогда есть выход. Садись на борт, поедем играть в Монополию. Значит, у нас есть первый игрок, Лоли. А откуда? Нету зайчиков. О, у меня есть выход. Садись, Маша. Поедем со мной. Я спущу, хватит. Все, пока, пока, пока. Фу, молния. Ты будешь с нами играть вместе в Монополию? Ой, извините, ребята. Мне еще надо в трех гонках участвовать. Я еду. Я должен победить, так что пока. Ладно, занятой такой. Так, кто с нами еще будет играть? Опять вам Антон. Бро, давно тебя не видел. У меня тут вопрос появился. Это невозможно! Да что ты говоришь, Маркус? Существует отец и сын? Да! Так, неправильный ответ. Да, действительно! Отец и сын существуют в реальной жизни. Так, ну, Маркус, ты получишь приз.